В начале о поиске организаторов и исполнителей теракта возле одной из станций стамбульского метро. Мощный взрыв, вызвавший панику у жителей окрестных районов, произошел в тот момент, когда поезд следовал по открытому участку пути. У полиции уже есть подозреваемые. Очевидцы утверждают, что видели некоего мужчину, который, вероятно, закладывал бомбу. Кто может стоять за случившимся и что сейчас происходит на месте теракта в крупнейшем городе Турции, в репортаже Павла Краснова. Автоэвакуатор увозит с места происшествия одну из поврежденных взрывом машин. В районе, где произошел теракт, ветка метро проложена по земле и почти соприкасается с автодорогой. Так что в результате взрыва пострадал не только электропоезд. Момент происшествия попал в объективы камер видеонаблюдения. На съемке видна оживленная трасса. Чуть выше по насыпи проезжает электричка. И тут происходит мощный хлопок. В первые часы после взрыва местные СМИ сообщали об одном погибшем в результате теракта. Сейчас говорят лишь о пострадавших. Несколько человек были ранены осколками стекол и разлетевшимися обломками дорожных конструкций. Я находился в 50 метрах от того места, и внезапно раздался такой силы взрыв. Такое ощущение, что началось землетрясение. А вон там лежит большой бетонный блок, который раскололся на части. То есть бомба была очень мощной. Сила взрыва действительно была велика. Район Байрам-Паша, где расположена одноименная станция метро, это промышленная окраина Стамбула. Но грохот взрыва слышали и в других районах города. На какое-то время, опасаясь новых терактов, власти даже приостановили работу метро. Но вскоре эти меры безопасности были отменены. Еще неизвестно, было ли метро истинной целью атаки террористов. Ведь по автомобильной дороге, которая проходит параллельно железнодорожными путями, как раз во время взрыва проезжал автобус с сотрудниками полиции. Неподалеку отсюда находится штаб полицейского спецназа. И такую атаку легко было спланировать. Сейчас уже известно, что самодельная бомба управлялась дистанционно. И что у полиции уже есть подозреваемый. Был замечен какой-то молодой человек в красной обуви, который якобы и заложил взрывчатку. Его зафиксировали камеры наблюдения. Я слышал, как об этом по рации говорили полицейские. Первые версии относительно того, кто может стоять за взрывом, были традиционными. Говорилось о возможной причастности курдских террористов и запрещенной в России ИГИЛ. Ее боевики устроили кровавый теракт в Анкаре около 2 месяца назад. Но позже пришли сообщения, что ответственность взяла на себя Революционная народно-освободительная партия. Организация крайне левого толка, известная в Турции еще с 80-х. В прошлом она совершала нападения на военных и чиновников. Потом о ней долго не было слышно. Но минувшей весной именно активист этого движения в стамбульском суде взял в заложники, а потом застрелил прокурора на процессе по делу о гибели подростка во время антиправительственной демонстрации. И вот теперь эта партия, похоже, вновь дала о себе знать. Павел Краснов, Сергей Кузнецов и Дмитрий Зельвянский. Первый канал. Стамбул. Турция.